У меня для вас новость. Запад загнивает, разлагается морально и физически, на фоне свободы поведения и мысли. Разрушается все живое и неживое. Под вопросом теперь существование целой человеческой цивилизации. Ну и в первую очередь, конечно же, России. Подумать только, сколько врагов вокруг. ЛГБТ, свидетели Иеговы, иноагенты, Child Free. Все эти группы людей тщательно порицаются в российском обществе российскими же элитами. Мы все прекрасно понимаем, что ЛГБТ и пропаганда – это прямая угроза нашей демографической безопасности, поэтому приняли и далее будем принимать необходимые меры для защиты детей от этих грязных явлений. Только есть проблемка. Новость о загнивающем Западе давно уже не новость. Вы знаете, кто такой Степан Петрович Шеверев? Это русский литературный критик и общественный деятель славянофильских убеждений. Вот его портрет. Жил он в 19 веке. Родился 18 октября 1806 года, а умер 8 мая 1864. Ну, то есть очень-очень давно. В 1841 он в первом номере журнала «Москвитянин» напечатал статью под названием «Взгляд русского на образование Европы». Вот там-то впервые и задокументировано словосочетание «гнилой Запад», которое потом советская, ну а вслед за ней и российская пропаганда перефразировала в «загнивающий Запад». Причем, по версии России, Запад гниет как морально, так и финансово. Такие вот дела с рейгономикой. Но здесь Америка не одинока. Нарастание экономических трудностей – это как раз одна из очень характерных таких черт уходящего года. И действительно, товарищи, хроническая инфляция, огромная массовая безработица, неурядицы в валютно-финансовой сфере, очень низкие темпы роста, нарастание всяких таких протекционистских настроений, обострение отношений с развивающимися странами. Вот таковы признаки очень серьезной экономической болезни, которая сейчас поразила Запад. Объемы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции. Рональд Рейган, Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама, даже Дональд Трамп и вот уже покидающий пост президента США Джо Байден просто десятилетиями, простите, неутомимо мочились в российских подъездах и лифтах. ЛГБТ и Child Free старательно подрывали темп рождаемости России, и только великий Путин обещает спасти весь мир. Но вы же, надеюсь, догадались, что все, что я только что сказал, сарказм. России исторически необходимо выдумать себе врага, чтобы снять с себя саму ответственность за то, что четвертая, как говорит Путин, экономика в мире живет вот так. Смотрите сами. Как я вовремя-то? Итак, мы поняли, что Запад гниет, а Россия процветает. Но время от времени агенты влияния прорываются на скрепную территорию, ну и давай расшатывать устойчивый русский мир. И вот новая угроза национальной безопасности – квадроберы, детское движение, которое заполонило ТикТок. Какой ужас! Подростки имитируют поведение животных, ходят на четвереньках и, что самое страшное, надевают маски кошечек и собачек, привязывают себе хвосты. Конечно, квадробинг не просто не остается незамеченной российской пропагандой. На федеральном ТВ тут же раздувают. Впрочем, смотрите сами. Абсолютно все чаты квадробинга ВКонтакте пересекаются с сообществами фури. А это и педофилия, это и детская порнография. Что мы под детской порнографией в данном случае подразумеваем? Когда вот эти антропоморфные животные совокупляются друг с другом в очень естественных позах, которые имитируют и половой акт, и все, что с этим связано. С момента, когда в России официально запретили ЛГБТ-сообщество, законом Минюст запретил, вдруг появились квадроберы и фури.
ЛГБТ, садомия, что там еще, растлевают, в общем, малолетних под якобы тлетворным влиянием нехорошего Запада. То ли дело разговоры о важном в школах. Там доходчиво объясняют, почему абсолютно нормально ненавидеть своих соседей, писать доносы и убивать людей. Это вам не в маске котика на коленках ползать. Это ого-го. Кстати, по поводу детей и специфического их, что ли, поведения. 7 октября, как мы все знаем, у Путина был день рождения. Путина в России настолько любят, что не грех тогда детей на те самые колени поставить и усадить так, чтобы священное имя Путин получалось. Так поступила, например, учительница школы номер 2 города Губинске в Ямало-Ненецком автономном округе. Учительница, понятное дело, рьяный член «Единой России». Фотографии немедленно опубликовала в соцсети ВК, правда, долго в открытом доступе они не провисели. Видно, не все родители прониклись идеей пропутинского квадробинга, что ли. Котики и собачки им оказались как-то больше по душе. Ну, а уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец вообще обратилась в Госдуму с инициативой признать квадробинг, фури и тирианство ЛГБТ-пропагандой и деструктивным, цитирую, движением. Ну, а также принять необходимые меры по их запрету. Мол, это, цитирую, подрывает традиционные ценности и нормы общества. Сообщество последователей этих движений, как пишет омбудсмен, также распространяет призывы к сексу и пропагандирует однополые сексуальные отношения, ну и практики БДСМ. Украинский след в этой истории будем искать? Будем. Волынец также заявила, что международное сообщество «Фури» поддерживает Украину и финансирует ВСУ, что может содействовать вовлечению российских представителей «Фури» в незаконную, цитирую, деятельность. Во как! Это бред, конечно же. Можно было бы никак не комментировать вовсе, но нет. Напомните, пожалуйста, госпоже Волынец, как выглядели абсолютно все утренники в советских детских садиках. Утренники тоже запретить? А то вдруг зайчики в колготках также финансируют ВСУ, что мешает Путину и его приспешникам вести захватническую войну против своих соседей. Путин жаждет демографического роста в России. Ему, естественно, нужно больше людей. Больше людей, больше рабочей силы, больше солдат, больше возможностей. Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы это было модно иметь много детей, как когда-то в России было по 7, по 9, по 10 человек в семьях. Да только вот дети в России почему-то все как-то не рождаются в нужном количестве. Население страны с каждым годом уменьшается приблизительно на 500 000 человек. Центробанк страны недавно выпустил доклад о демографическом и финансовом состоянии российских домохозяйств. Так вот, согласно исследованиям, с 2010 года количество домохозяйств, состоящих из одного человека, выросло с почти 26% до 42% в 2021. Причем эта тенденция продолжает набирать обороты, по крайней мере, среди граждан с низким или средним доходом. Но таких в России большинство. На демографию влияет недоступность жилья, рост цен, страх за будущее, плохая экология и в основном нездоровый образ жизни. Но с этим всем бороться долго, сложно и системно как-то нужно. А вот каких-нибудь квадроберов сначала раскрутить, ну а потом победить запретами, скажем прямо, очень легко. Специалисты при этом говорят, что квадробика – это всего лишь способ защититься от внешней агрессии. Грубо говоря, очень хочется детям прикинуться котиком, когда вокруг столько насилия. И нет, речь не только и не столько о войне внешней, как всех действий, которые совершает российское правительство внутри страны. Или вы думаете, что детская психика ничего не замечает? Ой, а кто сейчас вспомнит, например, про ЧВК «Рюдан», которым так основательно пугали российские власти через федеральный телевизор? Помните массовые аресты подростков, которые ходили в одежде с пауками и дрались с другими группами? ЧВК «Рюдан», кстати, это чисто российское явление, навеяно абсолютно безобидным японским сериалом «Hunter x Hunter». Движение не имело абсолютно никакого отношения к частным военным компаниям, не будем называть их вслух. Аббревиатура ЧВК появилась тоже исключительно потому, что дети во всем практически копируют взрослых. Думаю, это и без меня понятно.
Оказывается, прошлый объект всероссийской моральной паники, ЧВК «Рёдан», прожил ровно месяц. Первые сообщения про «Рёдан» появились в инфопространстве 22-23 февраля 2023 года. Ну а уже 26 марта канал «Забыто» констатировал, что ЧВК «Рёдан» забыт. А ведь за этот месяц в России чего только не было. И депутаты Госдумы призывали запретить деструктивную субкультуру. И Кремль выражал озабоченность. И полиция ежедневно задерживала подростков в торговых центрах. И ФСБ проверяла задержанных на экстремизм. Ну и где теперь это все? В какие пески времени все это кануло? Теперь вот подробнее. Пока россиянам заливали в уши, насколько опасно и аморально быть квадробером, пока российские депутаты изыскивали способы бороться с этой, как они считают, нечистью, в России прошел очередной саммит лидеров СНГ. Да, эта структура до сих пор зачем-то существует. Точнее, все это называлось заседанием глав Совета государств СНГ. Путин принимал в Москве одновременно президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна, президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Ну и Лукашенко, конечно же, тоже там был. Чем, собственно, запомнился всем этот саммит? Ну, кроме того, что публично непримиримые Армения и Азербайджан прекрасно поклонялись Путину. Интересно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян, который отказался присоединиться к двум совместным заявлениям коллег, министров из стран СНГ, поддержал, между тем, и другую инициативу признать культурной столицей СНГ в 2025 году азербайджанский город Лачин, который совсем недавно, между прочим, был армянским поселением Бердзор. Мы же все понимаем, что добровольная передача Ереваном Бердзора и двух других поселений в добрые руки Баку помогла схлопнуться Лачинскому коридору, единственной дороге жизни, связывавшей Нагорный Карабах с Арменией. Ну, славные культурные традиции Лачина, Бердзора связаны с незабываемыми днями азербайджанской блокады непризнанной республики Арцах, длившейся с 12 декабря 2022 до 24 сентября 2023 года и окунувшей более 100 тысяч армян в Средневековье. Выживание без света, газа, воды, пищи и лекарств. Но это все детали. В это время все обсуждали велопрогулку Пашиняна по Москве. Ехал он, значит, на велосипеде и записывал себя любимого на мобильный телефон. Ну а потом оказалось, что на велопрогулке Пашиняна сопровождал целый кортеж охраны в сопровождении реанимобиля, как мы видим на вот этих кадрах, попавших каким-то чудом в интернет. Непонятно, зачем столько охраны и реанимобиль. Чего же Пашинян так сильно боялся? Приехавшего в Москву вместе с ним Ильхама Алиева или инфаркта, который может получить от такой тщательно спланированной велопрогулки, вы уж смотрите сами. О чем же говорили главы государств, членов СНГ? Понятное дело, о санкциях, праздновании 80-й годовщины победы над фашизмом, ну и о квадроберах. Куда же без них? В частности, Лавров поинтересовался у министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, ну и посла Армении в России Гургена Арсеняна, есть ли в их республике те самые квадроберы. Видео беседы дипломатов перед встречей лидеров двух стран опубликовал телеграм-канал «Выслушали маяк» и «Шот». У вас есть Лавров потом объяснял, почему же, собственно, спрашивал своего армянского коллегу про квадроберов. Мол, только-только посмотрел очередные видео, как эти самые квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь, сказал он. Не пропустил важнейшую геополитическую тему и усатый нянь Путина Песков, шастающий в кулуарах саммита СНГ. У Пескова спросили, знает ли вообще Путин о существовании квадроберов. Ну, логичный, как по мне, вопрос, ведь сенаторы и депутаты Госдумы обсуждают их как угрозу нацбезопасности России. Ну, на что Песков, собственно, ответил, цитирую, «надеюсь, что нет».
Пресс-секретарь Путина также сообщил российским журналистам, что тема квадроберов вообще не входит в кремлевскую повестку дня. Ну и тут я уже, если честно, совсем запутался. Так угрожают ли дети, передвигающиеся на четырех конечностях, безопасности России или не угрожают? А что об этом говорит ядерная доктрина вообще? Уж не пора ли, так сказать, жахнуть? Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Итак, подводя итоги важного саммита. Выходит, что руководство стран СНГ обсудило движение квадроберов, решило ввести звание «Город трудовой славы СНГ», заявило о недопустимости искажения истории Великой Отечественной войны и намерении дружно отпраздновать 80-летие Победы. Не зря собирались. Тем временем агентство пишет, что в российских школах начали проводить те самые уроки, посвященные вреду квадробики. На них выступают священники и казаки. Издание нашло в группах школ и детских садов ВК 10 отчетов о таких уроках в Краснодарском крае, Саратовской области и Чувашии. Детям рассказывают, что квадробика якобы вредит физическому и психическому здоровью. Увлечение называют, цитирую, «серьезной идеологией» и утверждают, что оно связано с вовлечением в ЛГБТ. Кроме того, авторы уроков утверждают, что у квадробики якобы есть серьезные лоббисты. В качестве примера они называют Ксению Собчак. Сама Собчак, которая у меня лично миллион и один вопрос относительно войны России против Украины, прокомментировала обвинение в свой адрес так. Я не лоббист, я просто хочу, чтобы отъебались от детей и не засоряли новостную ленту. Что ж, должен признать, в этот раз я с ней полностью согласен. В России работники сферы образования, в частности университетов, уже который месяц жалуются о том, что отрасль недофинансируется. Но кому это вообще интересно? Это же не разговоры о важном. Все деньги идут на войну. К примеру, депутат Астраханской областной думы Олег Шейн сообщил, что из средств, выделяемых на вузы, каждый десятый рубль в этом году ушел по строчке обеспечения обороноспособности страны. Ну, а в следующем, говорит депутат, сократятся расходы на университеты, потому что их индексация не покрывает роста цен. Ликвидируется программа «Современная школа», вдвое сокращается обеспечение детсадов современным оборудованием. При этом правительство России готовится второй год подряд сокращать и финансирование ключевых федеральных проектов в сфере здравоохранения. В частности, с 2026 года власти прекратят финансирование проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Об этом говорится в пояснительной записке к закону о бюджете, размещенной в базе Госдумы. Уже в следующем году на проект, в рамках которого в регионах планировали отремонтировать 6500 поликлиник и больниц, закупить 13000 автомобилей и более 66 тысяч единиц оборудования, потратят 121 миллиард рублей. Ну а с 2026 года объем средств у него сократится до нуля и останется нулевым в 2027 году. Финансирование федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» будет урезано до 140 миллиардов рублей. В бюджете текущего года на него задекларировали почти 150 миллиардов, ну а в 2023-м почти 160. Таким образом, за два года расходы на борьбу с раком снизятся на 12%. Но это только в абсолютных цифрах. Не забывайте, насколько за эти почти три года войны подешевел рубль. Инфляция никуда не делась. Практически половины финансирования лишится федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В этом году на него заложили 20,5 миллиардов рублей, ну а в следующем лишь 11,5. Каждый третий рубль финансирования потеряет федпроект «Развитие инфраструктуры здравоохранения». В бюджете 2024 года на него закладывали 58 миллиардов рублей, ну а уже в следующем только 36,5 миллиардов. Так что учиться и лечиться в России будет все труднее, но вы смотрите сами. У российских властимущих свое собственное видение, как должны, а как не должны выглядеть и вести себя подростки. Это не обязательно должно совпадать с реалиями окружающей нас действительности, так устроен русский мир. Урегулировать, отменить и запретить. Зачем вникать, разбираться и понимать? Мышление – процесс, знаете ли, слишком сложный.
Вот, к примеру, запретили и заблокировали мессенджер под названием Discord, о котором широким массам вообще мало что известно. И, конечно же, телевизор тут же отчитался об этом достижении перед народом. Расшатать ситуацию Запад по-прежнему пытается и на территории России. Совершенно свежая история – попытка кураторов из Главного управления разведки Украины вербовать российских геймеров, школьников и студентов через американскую соцсеть Discord. ФСБ очень вовремя провела операцию почти в 80 российских регионах. Больше 40 человек задержаны. Ну а при этом российские же военкоры пишут в телеграм-каналах, что блокировка ресурса Discord нанесла удар по управлению БПЛА в зоне так называемой СВО. И ситуация вернулась, грубо говоря, в марте 2022 года. По мнению военкор-канала «Русский инженер», мессенджер не особо популярный, в основном используется для игровых стримов и, собственно, из-за хороших качеств передачи видеокартинки используется для боевого управления, сводить картинку с разведывательных данных БПЛА. Еще один канал «Осведомитель» пишет, что уже поступает сообщение о серьезных нарушениях в работе БПЛА на фронте. Нет трансляции с беспилотников, не работают чаты, ну и, собственно, нет координации. Когда ты против кого-то воюешь и боишься это даже войной назвать, то можно как-то случайно самому себе в ногу выстрелить. Впрочем, так российские власти делают уже не впервые. Так что вместо точки – гав, ну или мяу. Ну а сейчас срочно поставьте лайк этому видео, щедро делитесь им с друзьями в любимых группах в социальных сетях. Непременно оставляйте свои мысли в комментариях, да и вообще подпишитесь уже наконец на наш YouTube-канал. Здесь реально много всего интересного, ну и так вы точно ничего не пропустите.